Перед нами японский мини-трактор Исеки ТМ-17. Само название нам говорит о том, что под капотом этого красавца живут 17 японских маленьких, но очень трудолюбивых лошадок. Двигатель в данном агрегате трехцилиндровый, к сожалению. Визуально это увидеть очень трудно. Вон. С водяным охлаждением. И имеет свечи накала на каждый цилиндр отдельно. Что заметно улучшает запуск в холодные времена. Коробка передач в данном тракторе трехступенчатая и, естественно, есть задняя. Плюс работает это все в паре с двухдиапазонной раздаткой. Получается 6 передач вперед, 2 назад. Вал отбора мощности, как мы видим, трехступенчатый и имеется его реверс. Ну, если что-то вдруг намоталось на фрезу. Крепление. Что можно сказать? Крепление навесного оборудования в данном тракторе двухточечное. Вот. И путем каких-то небольших манипуляций, физических и материальных, все это легко исправляется и делается трехточечное крепление под любую навеску. Фреза в отличном состоянии. Ширина рабочая 130 сантиметров. Оборудована фреза вот электронным управлением горизонта, как в автоматическом, так и в ручном режиме. И имеется также рычаг, отвечающий за заглубление фрезы, также в автоматическом режиме. Имеется, ну это в принципе не удивительно, на всех есть блокировка заднего дифференциала в случае, если, так сказать, не хватает выехать сил из какой-то ситуации. Вот. Состояние, дуга безопасности выглядит очень-очень неплохо. Также запустим мы этот трактор и послушаем, как он работает и, собственно, звучит. Свечи накала. Прогрели. Мягко. Чтобы вы понимали, автоматический режим. Вот, я в ручном режиме наклоняю. Сама ловит горизонт.